Если вы качались долго и такие отвлеки, несомненно отправляйтесь в рандову на нем катать. Не стреляйте из орудий пленкором в РСГАС, но стреляйте бронебойным, чтобы урон не наносить. Лучше вовсе не стреляйте, а найдите мелкий остров и оттуда в торпедули выкидайте от кормы. Враг решит, что вы опасны, и оценит несомненно ваши грозные потуги, увернувшись от торпед. Вы тогда к нему поближе подбирайтесь, не стреляя, чтобы от торпед внимание вам свое не отвлекать. А когда вы подойдете, то прижмитесь к нему крепче, чтобы он своим фугасом вам бачко не разорвал. Не сработали торпеды, что же делать? Убегайте, ведь на Киеве играть вам все равно не суждено.